На связи Ваня, лайф-коуч, человек, который учит других радоваться жизни. Ну, как-то так. Вещаю из Сталина. Когда я услышал про район Копли, то мне сказали, что это практически как Нарва, только Таллин. Однако была и противоположная точка зрения, когда люди говорили, что в последнее время район сильно улучшился, ну, типичный спальник, да, и стал вполне себе комфортный и красивый. Ну, посмотрим, кто прав. Пошли. Я, правда, чутка не доехал, но там вроде что-то с километра надо пешком протопать. Так что пройдемся и посмотрим по сторонам. Кое-куда камеру буду наводить и рассказывать. Погода нас безумно радует. У нас сейчас январь, кто-то ближе к 10 января, но, как видишь, снега нет. Не знаю, кто его спер. Так, а вокруг у нас все красиво. Так что давайте я уберу камеру с себя любимого и начну что-то вещать. Рядом трасса, это проблема, она шумит. Ну что ты придумаешь? Ну как-то так. Это большая школа. Далее у нас Тейли, это мобильный оператор. Тоже здоровенное какое-то здание, явно рабочее. А Копли это куда-то туда. Мне повезло, ну когда я провожу блоги, всегда везет твой постучать по какому-нибудь дереву, вот поэтому. Дождь перестал. Уж когда он накрапывал, было как-то совсем грустно. Может даже капюшон снять. Так, ну трасса, конечно, напрягает. Надо куда-то с нее уходить. Давай попробую, что ли. А, тут и не сойдешь. Сколько машин у этой Тейли. Автобус тут незнакомый. Потеряюсь, однако, и домой не вернусь. Так, я же поставил опцию не выключать экран, а он все равно выключается. Что же за камера такая? Блогер, я, вероятно, лучше, чем оператор. А дальше вообще какое-то шикарное здание. Надо будет потом еще параллельно это все отфотографировать, но это, видимо, уже когда второй заход, что ли, сделаю, не знаю. Экшн-камера таких фокусов не позволяет. Холодно такая. О, шикарный дом. Советский, из кирпичей построен, с колоннами. И что это такое? Больница. Позитивненько. Ё-моё, так, конечно, трасса шумная. А, это больница-поликлиника. Это интересно. Это как получается, сверху пациенты, а снизу пациенты принимают? Как-то так, вероятно. Так, да хватит уже выключаться. А напротив какое-то эпичное разрисованное здание с убитым киоском. То здание, кстати, функционирует, и похоже, что это аптека. Хотя разрисован фасад знатно. Эх, красный свет. Трасса остановилась. Жить можно. Так, ну Копли, вероятно, где-то там. Я понятия не имел, куда я еду. Ну, в смысле, я знал только, в какую сторону едет автобус. Поэтому вышел раньше, если судить по карте, хотя по картам я хреново ориентируюсь. Так, тут настолько прекрасно, что даже зебры нет. Ну посмотрим, как же люди тут переходят. Вероятно, так. Ну окей, пусть будет так. Здоровенное аудио. Мне уже нравится. Пошли вон, в район пройдемся. То место, которое... в которое я вышел, называлось Пыхья-Таллин. То есть, вероятно, северный. Поскольку вспоминается мне газета «Северное побережье», которая была в моем родном Давирума, и называлась она Пыхья-Радик. А вот здесь уже прикольно. Смотри, какие классические дома из расчета... Один желез побогаче, а другой желез не очень. Эти дома, видимо, семьи на 4. Ух, ю! Ну, это вообще, сам Бог послал, я пошел. Опа. А, ну понятно, скоро. Смотри, какая красота. Похоже, что все-таки более правдивы были рассказы про то, что это почти как Нарва, только Копли. Так, ну это явно было какое-то заведение, в плане, что не жилой дом. Сверху советская символика,
Ну, ладно, здание не настолько убито, как в Нарве, то есть оно не разодрано в клочья, да, оно заколочено, в него, видимо, не лазят, но все равно общая картина, думаю, понятна. Причем я отсюда, походу, даже не выйду, потому что там забор. Там забор настоящий. Да, впечатляет. Не знаю, что это, пиши в комментариях. И дальше, кстати, не лучше. Вот, смотри, как все размалякано. Красота ж, мать его. Темная сторона. Внезапно. Да. Однако ж не все оно такое страшное. Так, ну давай метров 5 прогуляемся. Тут явно стрит-артеры развлекаются. Кстати, местами очень даже красиво. Ладно, я кое к чему подойду, мне понравилось. Коп, я думаю, от нас не убежит. Вон там, кстати, с обратной стороны поликлиника и по центру здоровенная фреска. Я думаю, что-то видно. А здесь, ну, просто красота. Въезд запрещен, но, по-моему, тут ничего не используется. Частные владения, чего-то там. Вот не верю ни с какого боку. Это все брошенное. Иначе бы это не разрисовали. Ой, давай прогуляемся. То есть какая-то брошенная промзона, да? Впечатляет. В Нарве так не разрисовывают. Там дальше надписи хер. Фантазия у людей не заходит. А здесь, о, эстонцы. Культурная нация. Так. И, собственно, это у нас тупик, да? То есть здесь какая-то целый комплекс зданий непонятного мне назначения, однако интересно. Ну, здесь только запрещена парковка до определенного момента. Дома, кстати, тоже очень прикольные. Мне вообще тут нравится. Не зря вышел. А вот это вот классические советские ангары. Обычно были хранилища. Здесь у нас прям размалякано душевненько. Так. Давай-ка я вот что сделаю. Дойду до этого места. Потом вот все отфоткаю. И дальше уже с этого же места потом видео продолжу. Класс. Со всех сторон, слушай, размалевано. Я думаю, что где-то ангела видел. О! Ангел потерялся. А, во! И здесь еще, смотри, какая красота. Ладно, теперь я это все пофотографирую, а потом продолжим, когда я уже отсюда выйду, ага? Ну, примерно с этого же места и продолжил. Однако ж. Ой, камера, ну не тупи. Попробую снимать поаккуратнее. Я понимаю, что мне до сих пор не задонатили на гидростабилизатор, можешь задонатить. Нет, ты все еще не задонатил. Можешь задонатить. Вот. Выберемся. Я там еще какую-то церковь увидел. Судя по архитектуре, она опять будет какая-нибудь протестантская, как мне в Ихве сказали. Потому что похоже. С колокольней, кстати. Подойдем, посмотрим. Вот тут калиточка, так что я отсюда все-таки выберусь. И обрати внимание на контраст, как всегда. О, красный дом. Шикарный, да? А рядом изба какая-то стрёмная. Я туда тоже подойду. И вот здесь что-то вообще непонятно. Я думаю, что какая-то промзона, хотя вот это вот вообще похоже на какое-то учебное заведение. Ну, может, у папы спрошу, может, он что про это знает. Все-таки в такие моменты надо брать с собой коренного таллица. Хотя в том, что я ничего не знаю, есть свои преимущества. Просто гуляю, показываю, что я вижу. Так, стрёмная улица, стрёмные дома. Давай прогуляемся. Но мне нравится. Вообще, мне это не на Нарву похоже напоминает, а Тарту напоминает. Так, вначале я хочу вот этот вот страшный дом показать. Правда, до него, похоже, не дойти. А потом туда подойдем к церкви. Да, вот.
Ну не такой он и страшный. А вон там вообще подземная парковка с поворотом. Живут же люди. Таллин, он реально разный. Так, хорошо, давай перейдем. Что тут за улица? Харьяпиа. Прикольно. И там Харьяпиа. Харьяпиа 1. Так, а посмотрим, что за церковь. Церковь красивая. Только она совсем белая, поэтому тоже похоже, что протестантская. Видишь, украшений вообще нет. А не написано, что за церковь. Вот там табличка есть, подойдем, посмотрим. Так. Значит, чем я ограничен по времени? Световым днем. У меня порядка 2 часов еще есть. Думаю, прокатит. Напротив избы, реально избы. Ну как в Тарту. Не как в Нарве. Тарту я тебе тоже, конечно, сниму. Так, что за церковь-то? Ничего не понятно. Я не понимаю, что это за церковь. Ну ладно, это будет непонятно, что за церковь. Вот улица реально стрёмная. Видишь, то есть дома, как, собственно, во многих... Ну, я по Ихве гулял, смотри, у меня там блок есть, Ихве просто гуляю. И примерно такой же частный сектор. Тут только дома разве что повыше. У них фундамент более основательный. То есть вот видишь, на какой высоте находятся окна, да? Не знаю, почему так сделано. Может, на болоте стоят? Ух, ё, слушай, мне это реально нравится. Сейчас попробуем аккуратно все показать. Вот, смотри, какая там обширная изба. Копли, это, кстати, вообще полуостров. Вот с трех сторон водой окружен. Спасибо, Кэп. Вот, и... Так, я хочу на ту улицу выйти, всяко ж можно. Кстати, тоже обращаю внимание, что асфальт хороший для подобного частного сектора. Он практически не убитый. Тротуары вообще новенькие. Но мне очень охота пройтись вдоль вот этих домов, потому что они мне непривычные. Вот дома как дома, да, средней стрёмности. Тут немножко рождественские украшения умиляют, но этот дом практически реновированный, да, как и вот этот. А вот этот дом уже гораздо хуже. И у него реально ржавая крыша. Так, мне куда-то вот туда. Мой географический тенис не подсказывает, ну ладно. Эта улица мне нравится, я по ней пройдусь. Вон там треснутый, ну это мезонинчик, по-моему, верхняя штука называется. Поправьте меня, если я прав. О, типичный Тарту. На Таллин вообще не похоже. Таллин так не выглядит. Собственно, вообще уникальный район, я подобного не видел. То есть этот Пыхья Таллин реально интересно. Вот здесь уже асфальт гораздо хуже. Везде эти вековечные деревья, они у меня вокруг дома кухонными растут. Дома стоят плотно, и опять-таки, видишь, они очень высокие. Окна, видишь, находятся очень высоко, то есть это выше моего роста. Первый этаж. Странно, интересно, почему так? Напиши в комментариях. О, хочешь познакомиться? Кс. Кс-кс-кс. Или он по-русски не понимает? Кс. Лайк за белоту. Два лайка за белоту. Пошли дальше. Тут все дома, по-моему, в одном стиле построены, но они очень разные в плане реновации, да? Вот сейчас идут два красивых подряд. Ой, как задувает, кошмар. А дальше идет, вот видишь, жесть. Ух, ё. Котик пугается и топает за мной. Нет, плохая идея, котик. Ты мне не нужен. Вот, видишь, а вон там еще страшнее дома. Кстати, а дальше идет что-то интересное. Я явно пешком топаю в сторону Копли по какой-то старой улице, да? Улица, кстати, не подписана нигде, только номера домов. У-у-у. А вот это, по-моему, заброшка. Смотри, справа жилой, а слева дом с привидениями. Думаю, не весело жить с таким соседом. Еще и окно разбито. Так, я тогда буду время от времени камеру переводить.
Машины здесь, кстати, стрёмные. Это какой-то Citroёn доисторический. Дальше Toyota тоже доисторическая. А, вот здесь Honda. То есть, видимо, не стрёмные машины на участке стоят. Вот опять, видишь, правая сторона реновированная, а левая сторона... Крыша жесть украшена и покрыта, ну, чтобы была. Так. Дальше еще интереснее. Никогда не было в этом районе. Да, по Таллину я могу гулять неделями. По меркам Эстонии он большой. По мировым меркам-то 450 тысяч жителей, фигня. Ух, какая красота. Панельное нечто. Так, реально на Тарту похоже. В Тарту тоже есть вот такая вот поперек. Парковая улица, назовем ее так. Так, написано, что улица Арде. Никто меня не давит? Нет. Давай перейдем. Ну да. Типичная парковая улица. Так, сейчас я одну штуку сделаю, чтобы до скамейки дойду. Вообще красиво. Если опять-таки сравнить с подобной Тарту, блин, только шумно здесь, то красивее, чем Тарту. Скамейка красивая. Сейчас, секунду. Хочу экран настроить. Поставил вырубать экран каждые 5 минут, надеюсь, поможет. Так, значит, работаем, насколько хватит двух батарей. Едет мопед 50-кубовый. А музон у него так играет, что он шатается. Мне сам музон не слышно, зато слышно басы. Басы эпичные. Так, что у нас дальше? Вот здесь с обоих половинок дом красивый. Кстати, что эстонцев прет дома на две половины делить? Тут тоже непонятно. Я такое в Лондоне видел. Вот этих не прет. Тут реально впечатляет. Сыла 34. А вот там вот полицейский участок, это один из самых красивых полицейских участков, которые я видел. Если интересно, зацени, у меня есть куфлоями, как выглядит полицейский участок. Там где-то есть ссылка. Так, я думаю, что мне нужно куда-то в сторону трассы. Но я не хочу идти по самой трассе. Это очень темно. Не, не темно. Камера все равно вырубает экран. Через одну минуту. И плевать она хотела на то, что я какие-то настройки ставлю. Так. По логике нужно идти вдоль автобусных остановок, хотя теоретически должны быть еще какие-то остановки трамвая. Но трамвая я тут не вижу. Реально сложно не заметить. Потому что мне куда-то туда я все еще не дошел. Грязища какая. Зато хоть не шумит. На трассе грохот адский, тут высокая скорость. Так, мы не дошли до участка, ну знаешь, не судьба, надо его увидеть. Я хочу где-то дворами пройти, однако ж не так это просто. Потому что здесь почему-то резко отсутствуют дороги. Ну во, это вроде двор. Кстати, это здание здоровенное, да? Оно огорожено, видишь, со всех сторон. Так, дальше частный сектор, а здесь куда-то можно и не выйти. Ладно, пошли по трассе. Не самый страшный сильвер, уж по классике сильвер это вообще коробки, а здесь вроде на человека похож магазин. Так, вернусь к участку, ладно. Я думаю, что нам туда. Я по этой трассе шел, то свернул. Вот это уже похоже на Нарву, то, что слева. Только дома высоковаты. 2, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9-этажки там. В Нарве таких длинных 9-этажек штуки 3, наверное. А здесь я уже вижу больше. За сильвером какой-то навороченный дом с балконами. Креслами на балконе, но в такую погоду в самый раз, да, сидеть на балконе и любоваться. А вот здесь, кстати, здоровенный спортивный центр и рядом надувной стадион. У меня в более раннем блоге будет, я-то не знал, что это, а теперь знаю. Там
в сезон просто футбольное поле, а не в сезон над ним ставят надувной купол, и поэтому можно круглый год тренироваться. Прикольная придумка. А тут явно целая банда учащихся оттуда выходит. Так, и можно чутка свернуть с трассы. Давай попробуем. Интересно. Красиво. Деревья прямо сделаны в ландшафт, что ли? Подойдем? Ну ладно, давай подойдем. А стилизовано под дерево, да? То есть частично вообще дерево, а частично просто такие черные панели. Прикольно сделано. И явно большой спортивный центр. В Таллине вообще тьма этих спортивных центров, и это прекрасно. В Кохлоярве он всего один, и тот драный. Ну да, это именно, видишь, не школа, это Сыли Спортик Эскус. Все цивильно, все красиво. Вот это дерево почему-то с ямой. Даже запах этот классический зала в детство вернулся. Что у нас там? А по классике волейбольная площадка. Ну пошли. Поностальгировали и будем. Здесь реально красиво. А вон там, видишь, драный красный дом. Вот ни хрена не красиво. Так. Ладно, я думаю, что я когда-нибудь все-таки дойду. А там как раз и стемнеет. Мне бы на левую сторону, только я перехода не вижу. Потому что вон там реально типичный шпальник, и можно было бы по нему пройтись. А тут что-то интересное. Слушай, по-моему, это школа. Тоже стрёмно выглядит. Ага, а здесь уже... полненькие девочки играют в футбол. Скрытые камеры поснимаем. Почему-то только девочки. Ладно, вот как-то так, да? Пройдемся, посмотрим, что за учебное заведение. Выглядит так, как моя родная третья школа в Кохлоярве. Один в один здание, видимо, в те же времена из кирпичей строили. Из одних и тех же. И такое же стрёмное. Ну, окна разве что пластиковые. Но они вроде у нас были пластиковые. Я головой не поручусь. Дальше, кстати, очень цивильная остановка с электронными табло. Их в Таллине много. Там реально красиво. Так, ну раз флаг, значит, 100% школа. Что за школа-то? Не подписано. Может, это неофициальный вход? А, подписано. Хиллериус и Коль. Ну, просто школа. Кстати, чем дальше от центра Таллина, тем меньше русских надписей. О, вот это мне нравится. Пошли. Вот это прям прямо Нарва. Не обманули. Смотри, какая красота. Если первый реновированный, то дальше вот второй уже вообще классика. Надо туда забрести. А вот здесь красиво. Ладно, давай тогда этот реновированный я показывать не буду, я ж темная сторона. Давай пройдемся. Покажем эту надувную хрень. Впечатляет. В моем детстве тоже такие были, советские. Но это масштабнее гораздо. И вон, видишь, у нее есть какая-то постоянная постройка, да, откуда вход. Вон это стоит. Как это сказать-то? Теплушка. Да, круто. И здесь открытая. Баскетбольная, видимо, для всех суровых ребят. А вот это совсем свинство. Так, меня вот этот вот дом интересует. Ух ты ж. Как тут все весело-то. Я, пожалуй, перейду и пройдусь по левой. Вот опять-таки в плане тротуара все нормально. Плитка, асфальт хороший. А дом реально стрёмный. Правда, не весь. Вот смотри, этот симпатичный. Вот этот стрёмный. А следующий тоже симпатичный. Ну, видимо, в этом живут злые русские. Хотя вон ребята по-эстонски говорят. Да, я слышу с такого расстояния, у меня идеальный слух.
А дальше совсем красиво. Ну хоть переписывай заставочку. Так. Вот опять, смотри, красивый, а следующий страшный. Ну вот это реально типичные. Только я... А, этот четырех, этот трех. Ну, допустим, на 32-м квартале такие же дома видел. Это, видимо, кто во что гораздо было, однако технология примерно одинаковая. Так, я ушел вглубь, ну ладно, пусть будет. О, какая милота. Там, видишь, балкон, и на нем пластиковый стульчик стоит. Какими-то елочками. Вот это красивый дом, это явно полностью современно построен. Так, там тоже есть трасса, и она не такая центральная, поэтому давай-ка прогуляемся. О, вот это уже вообще классика. Это я и в Ихве видел, и ну, в Кохлояре парочку. А вот там какой-то очень красивый детский садик. То есть, видишь, Таллин, он контрастный, да? Есть Кохлоярви, он стрёмный весь, то Таллин, он стрёмный местами. Но местами реально стрёмный. Ну, вот смотри, тут даже окна на первом этаже деревянные, да? То есть, вот справа, видимо, аналогичный дом, и он реально красивый. А слева вот не очень. Поэтому, поскольку я темная сторона, то иду исключительно по левой. Там тоже пластиковые стульчики. Видимо, они, я понимаю, сидят, да, смотри, и любуются на красивые дома. Свой-то им не видно. А с той стороны, видишь, стульчиков нет, потому что они не хотят смотреть на стрёмный дом. Дальше все красивые. Чё по машинам? Машины как машины. В принципе, в Адавирме такие же. Но опять-таки, в общем и целом, мне нравится. То есть, вот смотри... Плитка аккуратная, да, дорожки на пешеходных зонах, приподнят переход, что и захочешь, а не полихачешь. Это все очень хорошо и очень красиво. Однако стоит завернуть чуть во двор. О, нет, в этот двор я боюсь заворачивать. Так, там, по-моему, вообще все кончается. То есть мне, видимо, нужно попасть на улицу, допустим, на следующую, да, и по ней пройтись. Но следующая улица очень шумная, мне уже слышно. Надо бы найти какую-то менее шумную. А тут, походу, поперечник нету. То есть не все, ну, трассы оживленные. Ух ты ж. Ай, не залезть. И здесь не залезть. Там вообще башня какая-то на доме. Прикольно. А здесь опять пошли деревяшки. Интересный район. На остальной Таллин вообще не похож.